Да почему всегда это случается со мной? Что бы ни происходило, все равно закончится одинаково. Паша умрет от падающего шкафа. Жарите утюг, с вами Глюк и Диадем. Здрасте. Волосы отдай. Ты мне руку отдай тогда. Ребятки, мы опять в Just Dial Ready. Что сегодня будет происходить, я не знаю. Мы просто шатаемся, страдаем всякой хренью. Если тебе это тоже нравится, ставь лайк. Какого черта? Давай, кто дольше выживет на автостраде. Не, подожди. Сейчас мы с тобой... Ты проиграл. Сейчас мы с тобой посоревнуемся, подожди. Ну, давай. Главное, аккуратненько просто выйти. А я, конечно, нашел лайфхак, как выжить на автостраде. Надо прыгать через машины просто. Думаешь, это реально? Будет отлично. Точно это отлично? Отлично, мне кажется, мне не хватает чего-то, чтобы удобно стоять. Воу! Я еще нормально. Сейчас, подожди. Фига ты, коротышка. Подожди. Любимый. Ого! Ого! Хорош! Ой-ой-ой, аккуратно. А чё там верхняя часть без меня улетела? Жестокая игра! Вы погибли, фига себе. Чувак, а тут бензин, между прочим, можно подорвать. Я знаю, что с ними сделать. Я добыл оружие. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Почему так больно? Фига, ну разорвало прям, капец. Все вообще разорвало тут в округе. Фига, что есть. Бро, аккуратно, не перегревай ее. Да я и не хотел. Ого. Оттуда такая панорама. Глюк, не лагай, Глюк, ты застрял в зонте, господи. Господи, остановись. Просто остановись. Сейчас, подожди, заряжу перчатку. Во, все, я выздоровел. Пошли кусать суси. Не вставай напротив трамвая. Не трамвай, а объедет. Он еще так бибикал противно. Как вот эти вот машины как раз. Да, понял, твоя сильнее, ладно. Романтично. Это что сейчас было? Это настолько было романтично, что я потекла. Ты растеклась. Пойдем со мной в кафе. Да, Паша, ёпта. Чё-то ты совсем плохо. Вот, смотри, видишь коктейль, садись, пей. А где, что там, заказ, кто там, примет кто-нибудь, нет? А, помоги. Смотри, вот тебе запасные запчасти, забирай себе. О, пойдет. Ты давно мне не дарил цветы, вот новый ухажер мне подарил цветы, смотри, какой красивый букет. Ты его сама вырвала? Нет. Это честно? Вот этот симпатичный молодой человек мне подарил. А, молодой человек, вы зачем моей даме дарите цветы? Ты же понимаешь, что ты ему не ровнен. Я так и доехал, он медленно разворачивается, как даст. Слышь, ты не охренеть, сука. Ладно, я понял, можешь бросать меня и идти с ним. Что там от тебя осталось уже? Ой, я видел твою ногу. Что? Почему снизу твоя рука торчит? Держи воду, держи воду. Держу воду. Сейчас надо перевернуть обратно. Белка в колесе. Че, я теперь бассейн, а не бабка? Бля, тут псих с бензопилой. Помоги, мужик. Это пчелы, это пчелы. Понял. Дерни рычаг. Дернул, привет. Здорово. И где мы с тобой? Ема, ты посмотри, где мы с тобой. Мы вернулись обратно. Так это вот здесь за дверью было все вот это. О, можно мочиться прямо на трамплине. На батуте. Я что-то высоковато забрался.
Ты где? Ематы! Чё? Как ты там оказался? Меня бомбы снизу подкинули. Нормально. Стояли так бочки, они как жахнут. Фига, чувак! Чувак на шарике летит! Где? Там вот! Тут чё? Рядом. Я не вижу. Не вижу. Прямо в центральном дворике вот этого. А, вижу, вижу. Нормально ему. А куда он? Да, я хочу с ним. У меня рук нет. Ля. Паркур! Прикольно, он, кстати, реально паркурится. О, даже подниматься по лестнице не надо. Прикинь, какая вообще лафа старикам. Удобная штука в старости. Так, ну слушай, а что если взять какой... Утюка. Нормальный план, у тебя возьми, нормально. Я не это хотел. Но он не работает. А, работает, работает. Ты поджег? Да. Сейчас, бубах. Красиво как. Ты в меня попал. Идеальная женщина, что, да? Что от тебя осталось? Сиськи. В принципе, все, что нужно, есть. Сиськи, жопа, все. Блин. О, чувак! Чувак! Срочно иди. Японский городовой. Чего я сейчас испытал? Ну-ка. Ну-ка. Ага. Тебя нормально. А это веселый аттракцион-то. Да господи, что так тяжело? А ты где? Короче, я вот здесь вот и открыл свой бизнес. Но я что-то, кажется, слишком стара для него. Ты украла просто тележку. Так, нет, так и скажи. Я оформил ИП. Теперь я индивидуальный предприниматель. Я хотел тебе помочь. Боже, 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 почему на нас сношаются акулы? Боже ты мой, что за дичь? Гриль. Пока не. Это гриль, чувак. Я понял, прикольный гриль. Газовый. Я не знаю, что я достал, но на нем есть таймер. Да, это гигантская круглая штука. Уходи. Бросай и уходи. Бросай. Пытай. Мост от этого не опустился. Конечно, нет. Потому что мост. Ляха, там рядом просто стороне. Красная кнопка. Фу, ёпта. Ну-ка нажми ее, нажми ее. Да, вот это и надо было делать. Я уже подорвал, я уже огнеметом жарил это говно. Надо было просто нажать на большую красную кнопку. Гениально. Что тут у нас? О, ядра. Это можно туда, наверное, засунуть? Ну, попробуй. Блять, ну почему всегда это случается со мной? Господи. Со мной еще ни разу это не происходило. Господи, ну что за удача-то, а? Сука. Смешно тебе, да? Это очень смешно. Сука. Чем бы ни происходило, все равно закончится одинаково. Паша умрет от падающего шкафа. Тебя слышно из очень далека. Ты зажег, смотри. А где гнебет? Из твоей вот жопы был было здесь. Есть, а чё, капитан, у меня в заднице застряла деревянная нога. У тебя нога и пушка, блин. Че за баг? Вот, о, спасибо. Господи, как я обожаю, когда это говно застревает. Ты же не держишься даже. Да ёб твою. Ты чё делаешь? Да, блин! Гребаные машины. Чё только меня шиндарахнул бабкой. Уху, серфинг, ребята! Ещё скейт бы под ноги, вообще огонь был бы. О, погоди, а как вот ты вот тут вот делал? Вот это вот? Я покажу. Да. Класс. Ребятки!
Отличная игрушечка. Пишите в комментариях, что думаете. Может быть, стоит PvP еще здесь попробовать. Так, в принципе, мы посмотрели почти весь контент, да, Паш? Да. Печально. Все. Печально. Угарная игруха, но жалко, что коротенькая. Ставьте лайк, заходите на канал Паши. Ссылочка в описании. Всем удачи, всем добра. Пока, ребятки. Ты подписаться должен на Глюка. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Бара-бара-бара-бара-бара-бара-бам.